Вітаю в ефірі студія Репортер. Мене звуть Костянтин Гречаний. Сьогодні ми будемо підбивати підсумки вчорашньої сесії Одеської міської ради. Будемо це робити з депутатом о, з депутатом Одеської міської ради від ОПЗЖ Олексієм Єремицією. Вітаю вас! вечір. також. Ми очікуємо Олега Етноровича, депутата від провладної фракції «Довіряю ділам. Він зараз в заторах. Сподіваємося, що встигне до нас доїхати до кінця ефіри. Багато питань всі ми, звісно, не зможемо сьогодні оглянути. Сім годин сесія. Давайте почнемо з транспортної програми. Така достатньо не конфліктний момент. Принаймні, ну фактично більшість проголосувала. Абсолютно більшість проголосувала за 46 мільйонів. два напрямки. Так, перший напрямок, наскільки я розумію, це безпека, другий напрямок це комфорт водіїв. Розкажіть трохи детальніше про цю програму, і що за ці кошти буде зроблено. Е... Другая, если такая проблема. Действительно, приняли эту программу, я голосовал за эту программу. Это <связываю> же <смены> в минных сколько <связываю> я понимаю. <связываю> ну, <да. «Бум>, <связываю> так ее считать, <связываю> хотя, по большому счету, она во многих моментах принимается в некоторых позициях, вернее, или пунктах принимается впервые, то есть раньше они не были, а некоторые абсолютно правильно, говорите, корректируются, потому что эта программа плюс-минус была всегда. Единственная есть проблема в том, что эта программа была принята, но финансирование на эту программу Скажу вам откровенно, я так понимаю, несколько затруднительно. Но опять же, мы все прекрасно понимаем, что без принятия той или иной программы ну, финансирование по определению быть не может. То есть теперь вторая задача будет, это, безусловно, господин Тетюхин и профильная комиссия вместе с бюджетной комиссией должны будут изыскать те или иные средства для того, чтобы эта программа была профинансирована и была реализована. Почему? потому что без денег, как мы понимаем, ничего не происходит. Вы правильно абсолютно говорите. Э, программа на самом деле состоит из некоторых, э, некоторых направлений. Безусловно, исходя из его названия, это безопасность э, дорожного э, руху, дорожного движения. И мы знаем, к сожалению, что э, не все водители соблюдают правила дорожного движения. У нас происходит в городе достаточно часто ДТП и очень, э, очень печально, когда именно дети становятся участниками или жертвами этих э, этих ДТП. Поэтому, безусловно, поднятие э, пешеходных переходов, вот как в Европе, да, есть такое достаточно широкое повышение э, дорожного движ э, пешеходного перехода, он вот такой выполняет роль, ну, не лежащего полицейского, а такого лежащего, э, приподнятого пешеходного перехода в ширине там, метра, наверное, 3. Э, оно так или иначе, э, скажем так, притормаживает или снижает, заставляет снизить скорость водителю. Это однозначно. Это планируется делать напротив школ детских садов, где, как правило, часто родители переходят с детьми дорогу. Также это обустройство безопасных островков или островков безопасности, светофорных участков, в том числе и вопрос, который очень часто поднимали многие журналисты, в том числе, я помню, и у вас на прямом эфире поднимался этот вопрос, а именно разметки. Да? Почему? Потому что пластиковая разметка, она служит два года, а что касается разметки краски, ну, обычной, ну не обычная, а специализированная краска, это полгода где-то. Разница в цене где-то в районе 2,5 половиной раз, но очень правильно подметил господин Тютюхин, и я рад, что вот он это четко осознает, что выезд машины, участие достаточно немалого количества людей и так далее, плюс это постоянное перекрытие дорог для того, чтобы обновлять вот эти, условно говоря, каждые полгода Эту разметку, конечно, гораздо лучше, выгоднее, эффективнее ее наложить из пластика и это сделать раз в два года. Поэтому я рад, что у господина Тетюхина такой подход. Скажу вам, он приглашал к себе на презентацию этой программы, вот меня лично приглашал, я принимал участие. Я ему очень благодарен и на сессии говорил о том, что мне нравится, что работа Департамента транспорта очень прозрачно, и она построена как раз на том, чтобы услышать мнение депутатов, услышать мнение специалистов, потому что на этой рабочей группе были не только депутаты, а были очень интересные люди, которые в этом разбираются, ну, более профессионально, допустим, чем я, например. Вот мы казали, что есть два напрямки, так, комфорт и безпека. Чи есть приоритеты, зважаючи на то, что вы сказали спочатку, что программа не будет, ну есть большая вероятность того, что программа не будет дофинансирована, что будет там на какой-то процент да, э, ну вот если говорить о второй части, я, может быть, не затронул так вскользь. это светофоры. Э, и здесь как раз вот, что мне нравится, э, департамент, э, лично Сергей Николаевич, рассматривает как раз э, очень важный аспект, чтобы разработать именно современную, современную на сегодняшний момент э, систему регулировки работы светофорных участков и, вообще, э, достаточно такого, ну, правильного современного подхода в организации дорожного движения, работы, опять же, тех же светофоров, перекрестков. Почему? Потому что у нас достаточно небольшое количество светофоров подключены к единой системе, которую можно регулировать. Почему? Потому что все мы знаем в современных европейских городах, в Соединенных Штатах, ну, в цивилизованном мире, будем так говорить, практически все светофорные участки, они регулируются программным обеспечением, потому что трафик бывает разный, бывают заторы, бывают какие-то... Э, Происходят, э, допустим, э, те же э, ДТП, э, и они, конечно, накладывают определенный отпечаток, поэтому, безусловно, эти светофоры можно регулировать удаленно. А у нас, к сожалению, большая часть, подавляющая часть светофорных участков, это должен быть выезд людей. Ну, то бишь, вы понимаете, что это практически нереально, да? Отрегулировать или поменять работу светофора, это выезжают специалисты. Ну, то есть э, быстрая реакция на то, что там произошла авария, нужно, может быть, как-то э, ускорить или отрегулировать э, или перенаправить потоки транспорта, это практически нереально, да? Поэтому мне очень нравится, что есть такой подход, и вот как я говорил, это другая тема, но она тоже очень важна, вот наша ситуация с ТГО, мы тратим колоссальные деньги, и вот я за последних, раз, да, я буквально угу. ну, просто вырву из контекста, но это очень важный аспект, мы потратили за последних там 4,5 года, там практически 5 лет, более 3 миллиардов гривен на дотацию ТГО, это огромные деньги, это колоссальные деньги, а за там сдаете больше 5 миллиардов? Что-что? А за голом сдаете понад 5 нет, нет, Там около 3 с копейкой миллиардов гривен. У меня есть даже расчет, если интересно будет. Я вам сброшу по, по годам, по сессиям, как мы выделяли деньги. Ну, это смотря с какого времени, конечно, считать. Может быть, Ну, и 5 миллиардов тоже можно насчитать, только просто смотря с какого года. Так вот, я говорил уже там, последних 3-4 года, что, господа, давайте мы разработаем вначале схему. Схему. Теплоснабжение для того, чтобы мы могли осознать наши проблемные участки И могли как-то ее трансформировать, как-то видоизменять Потому что тот советский подход, который был когда-то, когда газ был практически там, копеечный Ушел в никуда, и центральная система отопления, она абсолютно сейчас не конкурентоспособна Так вот, подобная ситуация с транспортом, должна быть схема транспортной сети для того, чтобы мы четко осознали, какие потоки, как люди перемещаются. Для этого нужно учитывать в том числе и ту информацию, которую нам могут предоставить, например, допустим, сотовые операторы. Да? То есть, ну, современные подходы. Конечно, для этого должна быть, должно быть цифровое обеспечение, которое будет регулировать светофоры на перекрестках и так далее и тому подобное. То есть, это все, на самом деле, очень важные вещи, причем многие не осознают, там, 48 миллионов, но это может быть дать колоссальную прибыль и колоссальную пользу всему городу, развитие бизнеса, уменьшит количество времени, которое люди теряют в пробках. Ну, это на самом деле колоссальная эффективность для каждого человека, как для бизнесмена, так и для обычного обывателя, школьника, пенсионера, для всех. Ну, не такі великі гроші для міста з бюджетом 10 понад 10,5 мільярдів. Так Абсолютно власне, я. як і а, створення про те, що ви вже сказали, схеми теплопостачання міста. Як я вважаю, дуже правильно сказала керівник підприємства теплопостачання міста Одеси, що це третій за важливістю місцевий документ, схема теплопостачання і кошти воно скільки 11,5 мільярд мільйонів гривень перекинули це з минулого року. Так я не знаю, чи чи це так. всі кошти, кошти на розробку. але загалом, якщо навіть мова йде про декілька десятків мільйонів, чому ця, цю схему не можна було розробити раніше? Смотрите, я цей питання піднімав ще ну, три роки тому. Три года назад я об этом говорил, еще работал господин Орловський першим заместителем, и говорил о том, что вот там, с Харьковым разговариваем, еще с кем-то разговариваем. И я вам скажу больше, я на сессии выступал по этому поводу, были запланированы 20 миллионов гривен еще в 2019 году, в 2019 году. А их в конце 2019 -го года перекинули тогда на оплату электроэнергии для ТГО. Я задавал вопросы господину Вугельму, но он тогда отвечал на мой вопрос. он развел руками. Это в 2019 году. А я этот вопрос поднимал еще с 17 2017. Даже уже 4 года прошло, время очень быстро бежит. Я говорил, друзья мои, для того, чтобы что-то менять, что-то планировать, должна быть схема для того, чтобы мы четко осознали, что есть на сегодняшний момент. Допустим, говорили очень часто, но ну, опять же, европейский подход там всегда считали деньги, считали газ. Там никогда он не был, извините, такую формулировку шаровым, каким-то копеечным, он всегда стоил денег. Там не было вообще такого понятия, как центральное отопление, то есть были крышные котельные, домовые котельные, были, условно говоря, межквартальные котельные, да. А у нас, помните, как в советское время, ну, и, не знаю, я там родился, еще школьником был, был там помоложе, котельная, которая топит там чуть ли не пол Киевского района, там 250 тысяч э, людей. Эти все трубы, которые очень часто абсолютно не, не изолированы. Э, ну, водопотери, теплопотери колоссальные, понимаете? При нынешних ценах на газ на углеводороды, но мы просто себе это позволить не можем. Поэтому мы, конечно, от этого должны отходить. Другое дело, что мы тоже не можем, условно говоря, взять сейчас там, поставить крест, отключить всем и сказать, нет, все, центральное отопление не будет. Почему? Потому что люди останутся без отопления. То есть это нужно делать поступательно, зная и понимая, что эта поступательность приводит к сокращению количества абонентов, что опять же в какой-то степени, ну и естественно, усугубляет ситуацию в плане эффективности работы нашего ТГО. Поэтому здесь для того, чтобы разработать эту схему, как это все делать, нужно понять, где у нас слабые места, где у нас, допустим, чего-то мы можем отойти, отказаться и так далее и тому подобное. Но анализ должен быть, аналитика должна быть. У нас, ее, к сожалению, не было и нет. Это большая проблема. Точки зору фінансової діяльності, на вашу думку, наскільки зараз ефективно працює ТГО? Адже керівництво підприємства звітує, що все таки ну є певні покращення, і ну можна сказати, трохи менше дійсно стало виділяти. Хоча остання сесія знову от 100 мільйонів, включно з цими 11,5, з половиною, але все-таки 100 мільйонів допомоги. Принаймні, так да. перебої із заробітною платою для співробітників. Але ж, ну, це все одно не ви знаєте, а, знаете, на самом деле правильний вопрос, потому що я ну, на докладаю фракции докладываю этих і мені багато колеги задають питання, і всі, конечно, очень подозрительно относятся к ТГО і к тих деньгам, которые виділяються. Я могу сказать следующее. Я все-таки думаю, что некоторые изменения в руководстве, они, конечно, в любом случае были позитивны, хотя бы в контексте того, что новый руководитель начал уходить, а мне кажется абсолютно бесновательных и кабальных условий работы с Герцем, да, когда Герц получала, мне кажется, сверхпроцент, сверхприбыль за оперирование этими деньгами. Плюс, насколько я понял, но ну, это такая информация от руководства, и она, кстати, это озвучила, не стеснялась и не боялась, что они просто задерживали деньги и просто нашими деньгами себе работали. То есть там, не знаю, условно говоря, там покупали себе землю, строили какие-то высотки, зарабатывали параллельно с этим эти деньги. Причем, потому что мы знаем, что бизнесмены имеют отношение к Герцу, еще у нас есть застройщики, да, еще и занимаются, кто не знает, организацией питания в наших э, школах и детских садах. То есть такие себе хорошо устроились ребята. Такая мутная киевская компания. Нет, это не киевская, это одесская Поскольку, компания. Конечно, это одесситы. Садишь. Нет, это одесситы. Но это одесситы. Они, против... это одесситы. Mm -hmm. они работали всегда. Гец еще появился в времена Баделана. На тот момент это было, может быть, не самый плохой вариант, но при нынешней ситуации. Я знаю, что они создают достаточно до сих пор большие проблемы ТГО и так далее и тому подобное. Что хочу сказать. Я вижу все равно определенные изменения. Безусловно, я не хочу сейчас тоже, знаете, кому-то НИП вешать на голову. Я не могу сказать, что я там достемен, вот украинское слово такое, не знаю, в русском есть такое слово. Вот настолько э, четко знаю работу этой компании, ну, не компании, вернее, а нашего коммунального, коммунального предприятия ТГО, но мне кажется, определенные сдвиги есть, хотя бы вот в тех моментах, которых я вот здесь сказал. А, другое дело, что есть еще в целом а, объективные причины, связанные с тем, что газ растет, стоимость газа, она увеличивается у нас там, в течение года 3-4 раза. А, например, э, перерасчет э, допустим, тарифа, так не происходит. Почему? Потому что НКРЭ э, этот расчет, э, вернее, этот тариф не повышает, либо повышает, но есть, допустим, нужно принять закон, который там принят уже вернее, а президент его не подписывает, потому что это политический, конечно, минус ему и так далее и тому подобное. То есть есть масса каких-то абсолютно бестолковых, глупых, идиотских вещей, которые заставляют э, городской бюджет э, постоянно субсидировать эту разницу. Как я считаю, как должно быть в нашей стране, так же самое, как в Европе, должна быть исключительно целевая помощь, целевая дотация. Не в за знаете, вот там низкие тарифы. Нет, тарифы должны быть те, которые диктуют рынок. Он должен колебаться. Если нефть падает, то я тоже не понимаю, почему нефть мировая цена упала везде. Помните, все там радовались mm -hmm. за наших восточных, так сказать, друзей, что у них там э, цены упали, как бы Россия сейчас там будет в минусах. А у нас что-то подешевело? Ничего не подешевело. Ну, при нами напитнялы. Не, не Нет, ну, послушайте, ничего не подешевело. А я Нет, знаю, что, я что в Германии смотрим. топливо подешевело, я там часто mm -hmm. бываю. А у нас что-то там, ну, играли с какими-то там 10 копейками. Это стыд и позор. То есть должен рынок, конечно, диктовать. Но и, в свою очередь, те организации, или, допустим, НКРЭ, комиссия, которая регулировать это должна, она должна тоже это быстро, оперативно делать. Либо тогда отдать, э, допустим, эти полномочия на местные органы, и тогда пускай местные органы сами это быстро принимают эти решения и нужно никак ограничивать. У нас какая-то получается корявая ситуация. Вроде э, отвечает город, а вроде бы не отвечает город. Ну, какая-то чертовщина, которая реально просто загоняет всех в глухой угол. Коллективная безответственность. Мне, ну, даже хуже, наверное. Как будто специально делают какие-то как вредители. Потому что реально это подрыв экономики, я вам скажу. Это подрыв вообще ну, нашей государственности. Потому что экономика это основа любого государства. И Но они, насколько я понимаю, работают как регулятор. Они собирают информацию по регионам и потом дают тариф. Ну, знаете, к, к огромному сожалению, я думаю, не открою ни для кого секрет. Все члены НКР являются филированными представителями тех или иных олигархических кругов людей, которые, по сути, и контролируют все: Облэнерго, э, Инфоксы, э, Водоканалы, будем так называть, э, э, Облгазы транспортировку и добычу. Ну это с передачей повноважения по на места, вы думаете, что изменится? Я понимаю, о чем вы говорите. У меня, поверьте мне, нет розовых очков. И я не считаю, что здесь у нас в Одессе все идеально, прозрачно и нет. Здесь кстати, коррупции не меньше. Но здесь, по крайней мере, тебе проще с кого-то спросить. Вы понимаете, Докернутый как не крути. Aleksur. Да, абсолютно верно. Mm -hmm. Понимаете, там депутаты городского совета, члены исполнительного комитета, мэра. Ну, по крайней мере, вы их там плюс-минус можете видеть или даже хотя бы здесь задать какие-то Каварні прями да, А цям взагалі невозможно нічого задати. То ви можете з ними гратися в переписку і все. Залишається дуже мало часу. Жа... Дуже шкода, що до нас не доїхав Олег Гетнерович. Не почуємо думку влади, але не може обійти от, е, рішення щодо будинку Освадурова. Е, це я нагадаю нашим телеглядачам Троїцьке 25, там де позов... грудні... в грудні позаминулого року сталася страшна трагедія. Загинули люди, загинули діти. Ну, что уже сказать, мы все помним эти трагические события. Місто прийняло рішення, що готове взяти на свій баланс цей напіврозвалений будинок, так і власне вже потім вирішити, що з ним робити, можливо, реставрацію, щось е, зробити. Як ви вважаєте, чи почує міністерство на балансі якого зараз знаходиться цей будинок, чи воно готове буде передати місту під певні зобов'язання цей об'єкт? Скажу, от що. все, что произошло с домом Асфадурова, это прежде всего вина государственной власти. Прежде всего, Министерство образования, Академии наук, потому что они должны были следить и несли, ну, если не персонально, то, условно говоря, ну, такую организационную ответственность за все, что произошло с этим зданием. И мы вынуждены принимать эти решения, потому что Произошло то, что произошло. Я считаю, что мы приняли правильное решение. Другое дело, что поверьте мне, в этом министерстве, как и в Министерстве культуры, Такі корупціонери сидять, такі сятні негодяї, що ні, що нам не факт, що я дадуть це здання. Ну про сказати, що буде розвалиться, а потім знайдуть какого-то там інвестора і слуги народу Верховної Ради, ще там щось захотять построїти. До нас наприкінці ефіру, все таки долучився Олег Нерович. Я дякую, що ви все таки до нас доїхали. Я розумію, затори вітаю вас. Бутинок Асвадурова зараз обговорюємо. Як ви вважаєте, чи міністерство піде на те, щоб цей об'єкт передати місту під ремонт реставрацію? Ну, по-перше, я Петры мой, поддерживаю абсолютно мнение моего коллеги Сергея Николаевича в том, что это действительно проблема, которую мы сейчас вынуждены город решать. Конечно же, есть большой вопрос, захотят ли пойти навстречу, потому что проще всего ничего не делать. Мы это видим, к сожалению, это происходит, ничего не делается в течение уже почти года. И надо что-то решать. Горсовет высказал свое желание и политическую волю, чтобы этот вопрос сдвинуть с мертвой точки. Как он будет решаться, ну, это уже действительно сейчас. Ответ мы ждем из министерства. Коммуникация с министерством есть, Чи вы вот отправили и все, они там. Есть определенная коммуникация, не скажу, чтобы она положительная, потому что министер... заявляет нам министерство, академия наук, что они вроде бы не против, но как всегда желают, как говорят, ну желательно в июле, и желательно в Крыму, да? то есть желательно, чтобы им дали компенсировали эти метры, которые у них вроде бы как есть. На какої-то другої квадратнеї метри, причому, як ми понимаем, в центральній частині і в хорошому состоянии. Но це абсолютно неприємніве предпочті, ну, зараз не має відвідання паралелі. Хочуться провести з іншим э, об'єктом, який став от, центром э, жахливих подій табором Вікторія, так це досі от йдуть суди, Це досі місто, місце, де проводять, проводяться слідчі дії. На сьогоднішній день суди теж ще я думаю довго будуть тривати щодо власне троїцької 25. От поки не завершаться суди, наскільки реально взагалі взяти на свій баланс та щось там робити із цим будинком? Нет, безусловно, наша главная задача – это обеспечить безопасность. Безопасность людей, которые живут рядом, людей, которые ходят там по улицам. Мы очень надеемся… Но я юридично вот, пытаюсь вас, на насколько реально с этим объектом вообще что-то до пока нет судовых решений? безусловно, пока нет судебных решений, сложно будет при, принимать какие-то решения. Но, но, с другой стороны, этот процесс передачи тоже не одномоментный. Мы знаем, сколько таких было предложений со стороны детского городского совета касательно той же ТЭЦ, о которой мы говорили. Город хочет и высказывает свое желание его принять в коммунальную собственность, но э, механизмы пока не решаются. И я считаю, что этот сигнал э, нужно делать, нужно давать. Мы надеемся, что эта неповоротливая государственная машина все-таки закрутится. И пока процесс этот будет происходить, наверное, какие-то выводы сделают естественные органы и даст уже свое заключение и разблокирует и возможность что-то делать с этим зданием. Ми вже зовсім перебрали часу, але все таки хочеться дуже ще, хоча б по 30 секунд, почути вашу думку щодо е, будинку Русова. Це теж такий знаковий для Одеси об'єкти. Перші площі будуть от вже зайняті комунальними підприємства е, комуна... установами. Так наскільки я розумію, е, як ви оцінюєте це рішення, і яким чином ви далі бачите от власне використання е, нерухомості будинку Русова, Ви знаєте, це було дуже правильне рішення. Сказав навіть таке навірно мудре рішення. когда решили предоставить по 500 метров балетной школе, это наша коммунальная установа, и молодежному, э, молодежному центру. Почему? Потому что это сразу сняло э, всякого рода там разговоры, ну, может быть, определенные подозрения, это, ну, в принципе, вы знаете, не все такие популярные и приятные решения, которые принимает городская власть порой, э, но, ну, по крайней мере, сняло у многих, даже лично у меня, почему? Потому что, Ситуация вокруг ремонту до Руссо і тих денег, которые були вот сразу такі рішення одразу вопросы. Мені кажется, що это было правильное рішення. Олеша, ваша думка з цього ж питання: наскільки правильно було це рішення, наскільки можливо в майбутньому інші площі здавати під комерційні структури. Дом Русова это действительно знаковый объект для всего города и пример того, как должен быть должны быть восстанавливаться памятники архитектуры, пусть даже нерадивыми собственниками они доведены до такого состояния, но служить людям. И пример того, что там будет балетная школа, там будет информационный центр туристический, это лицо нашего города, это безусловно правильно. Ну а объекты, которые расположены на более высоких этажах, безусловно, их надо будет доводить до ума, реконструировать и вполне возможно использовать в том числе, наверное, и под аренду на основе... Щоб місто eh, Да, щоб город міс... зарабатував, безусловно, на прозрачної відкритій основі здаватися в оренду комерційські підприємства Вполне можливо такое теж і Олег Атнерович, Олексій Єремиція. Я дякую, що ви до нас прийшли. Спасибо. Ми підбивали підсумки сесії Одеської міської ради, яка відбулася вчора. Працювали для вас. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.